Вообще, не, ни хрена, слава силам специальных операций. Это наша работа. Ну, кстати, как да, раз. Впервые нас по специальности практически взяли. По крайней мере, мы себя взяли. Один вопрос. Есть ли фиксированная высота, на которой все раскрывают парашюты? Метров 300-400. Да, метров 300-400, чтобы нас... Конечно, мы приземлились как можно быстрее. Не, ну если вы давно прыгаете, можете и на 150. Я, в принципе, во второй и в третий так делал. Всем удачи, приготовиться. Я просто дай деньги. Прыгай! Первый пошел! Второй пошел. Третий пошел. Четвертый пошел. Пятый пошел. Ну да, вижу уже. Вау, круто. Так, я ухожу с ГВ. Перегрим открыл парашют. Гостыч открывает. Дарк открывает. Где открывает? Я на 600 открыл, потому что не долечу до звонка. Дарк открыл. Да, мы далеко, нам надо планировать. Мы легкая цель. Нормальная мы цель. Ребят, не забываем, куда приземляться. Дмитрий, зайди быстро, пока... на карту посмотри, там есть ДВ, называется ДВ, фу, ВД, вернее. Так, вижу противника, количество 2 бойца перед башенкой. Уже стреляй по мне. В стене я вижу пару бойцов со стороны южной. Меня стреляю. Да, вот, погоди. Пилигрим, давай назад, а? Они нас сейчас расстреляют все. Куда назад? Посмотри, пристань перед нами. Никак нет, приземляемся. По мне попали туда, уже. Куда пометили. Пилигрим. Да. А что ты мне говорил насчет ДВ? Подтверждаю, вижу двоих бойцов. Не ДВ, а ВД, точка, короче. Воздушный десант это означает. И там показано, куда мы должны приземлиться. А, все понял. Ребят, как приземлился в воде? Летим туда. Вижу противника на стене. Падаю в воду. Так, все, я живой, плыву к берегу. Восьмой, следуй за мной. Восьмой, мы попали. Ох ты там, осиное гнездо! Вижу цель, танк, направление... Трое у камней, трое на стене. Трое на стене, трое на вышке, на башне. Раненые есть у нас? Понял. По мне попали. Так, ребят, извините, мне тут пришлось на ногу отойти. Смотри, Пилигрим, я с западной части высадился прямо на каменную гряду. Попал в воде. Вижу, вижу двоих за собой. Я пока планирую. Осторожно. Восьмой, назад. Говорит дефолт, захожу на замок в течение минуты. Где ты находишься? Прием. Десятый. В меня стреляют. Вижу цель, солдат. Направление 1000 метров. Прием. Так, Дмитрий. Ложись. Я. Там кто с тобой прыгал? Доложите. Сейчас сам. Доложите, пацанок. Пока все чисто, противника не наблюдаем, хотя по нашим там вели огонь. Дмитрий, Дарк, доложите, пацанок. Мечет противник. Ракетометчик. 200 метров. Прием. Попали в вертушку. Дмитрий рядом со мной. Да-да-да. Отлично, отлично. Шикарно. Да-да-да. Но это же бронелёт. Так что нормально все. Летающий танк. Так, Костыч, что ты там где? Внизу. Поднимайся наверх. Вобла тоже поднимайся. Возьми там вобла с собой. На позицию. Воу. 0, 2, 8, 1, 3, 1, 14. Мы попали под... Всем тихо, всем тихо. Ясно. Вобла, иди сюда ползком. Откуда шили? Все нормально. Я просто... Я подумал, что это не наше, это наше, оказывается, лишь... Все поднимаемся наверх быстрее. По нам с Костовичем стреляли где-то с юга. Опять. Да, со стороны пирса где-то чуть левее, даже ближе к городу. Так.
Так, ну я прижат огнем, попробую уползать туда. Подожди, на... я с тобой. Давай. Если главное, чтобы тут... 11-й, назад! Подожди, подожди. Со 160 где-то. Да, рядом с пирсом работает. Пилигрим, смотри, тут такая опасная ситуация. Если мы дальше проползем, скорее всего, я начну вставать на автомате из-за этого камня сраного. И могу застрять. А, говорит дефолт, связался с Центурионом, они едут около уже пляжа Тесса. И вернее, бухты Тесса. Может быть, тогда подождем его, пока нас тут прижали. Пометил примерное местоположение. Да, спасибо. Дефолт, пометили точку на карте. Огонь отсюда написан. Видим БТР, я вижу БТР, сейчас хочу его вынести. Спасибо. Он отдельно стоит. Ждем твой. Третий, назад. Хорошо, когда есть вертушка. Очень хорошо. Так, ребят, всем перейти на шепот. Готово. Ну что, дальше проползем или постоим пока? Я думаю, ты там уже хорошо по ним поработал. Не знаю. У меня ракеты закончились, единственная проблема. Все, тогда летай, будешь связующим у нас. Привет. Спасибо за работу. Сейчас залечу, проверю. Вернись в строй. Третий. Говорит дефолт, БТР их не жив. Отлично, пролазим. Может быть, кто-нибудь едет, кроме меня замка вперед пойдет? Я же врач. Давайте, да, кто-нибудь. Замечен противник. Танк, юг, 200 метров. Прием. Вижу цель. Танк, направление 1000 метров. Так, прием. Вроде чисто. Давайте я пробежу. Идут тебе. Пятый, убит. Одиннадцатый. Вернись в строй. Говорит, дефолт, вроде бы на замке чисто. Вижу цель, солдат. Принято. И пулеметчик. Направление 100 метров. Прием. Третий, держи строй. Замечен противник. Ракетометчик. Восток 200 метров. Буду работать как ваш разведчик. Спасибо. Да, это хорошая идея. Разведчик плюс связующий. У меня куда-то мой бот долбит, не знаю куда. Если вы трассера определите. Ну, в сторону города стреляет. Вижу, они на восточной части замка. Западная часть замка абсолютно чиста. Вернее, укрепление. Блин, ты что-то начал говорить, а я боролся. Да, я спросил, где ты, а ты замаскировался хорошо так. Да-да-да. Что я тебя не знаю. 50-й калибр, не знаю что. Под Брэдли, походу, с другой стороны. Значит так, ребят, у меня есть мысли одна, как можно будет забраться. Говорит Центурион, они уничтожили Брэдли. Отлично. Пусть они поработают по вот этой самой вышке на нашем замке. Принято.
Пилигрим, мы идем в сторону, где очень много камней, там трудно будет пробираться. Это, ребят, есть место, на будущее. Где, есть место, где мы залезем. Не заберемся, поверь, тут невидимая стена какая-то. А, говорит дефолт, Марло говорит попробует, но не факт, вернее Центурион говорит. Отлично, там война идет в городе. Фигайся. Ну ладно, это я плохо пытался. Стоять тихо. О, залез. Отлично. Занял позицию. Слышу перестрелку. Направление 140. Я в текстуре застрял. Отлично. Убирайся как-нибудь. Густович, посмотри направо. Видишь мне? Вот туда все. Все к этим камням. Понял. Вы не забывайте, кто куда смотрит. Правильное замечание. Соответственно, когда бой начинается, все распределяют зоны именно по такому порядку. Тот, кто смотрел направо, идет направо, тот, кто смотрел налево, идет налево. Кто это? Дмитрий. Говорит, Вобла, в текстуре в камне застрял, вообще никак не выбраться. Говорит дефолт, у меня отрубили пулемет, я тяжело ранен, вертолет слегка подбит, улетаю, сажусь и лечусь. Принято. Арти, доложите обстановку. Где ты там? Арти, ну ко мне, ты со мной. Ты тоже в текстуре? Блин, пытайтесь вылезти. Нет, он не может залезть, а я в текстуре. Ждем. Это наша работа, судя по всему. Ну да. О, вот это уже не наше. Мы с Арти в текстурах. Ребята, я не знаю, пытайтесь. Я могу помочь вам попробовать. Но мы пытаемся. Давай, Гос, попробуй помочь. Эксперт по помощи в текстурках. Так, и где вы? Вижу, кто-то выкатился вроде. Молодец. Ты упрись в ровную поверхность. Если ты там перемещаешься под текстурами, упрись, значит, в стену 90 градусов. Не пытайся вылезти из этой клоаки, блин. И выкатись так же. Арти, давайте. Я пытаюсь. Смотри, Арти. На меня сейчас смотри, как я залазил. Да ё-моё. Самому теперь не застрять. Знаешь, мне кажется, тоже вдавило. Ну, сейчас и посмотрим, как отсюда вылазит. Сейчас сам застрянешь. Да вот я здесь у тебя уже. Да. Так, значит, сейчас поищем. Тут даже... Ну что, Гость, ты там сам не застрял какой-то? Сам застрял, да, сейчас попробую выбраться. Да, ёлки-палки. Ну все, теперь мы в ловушке. Давай, удачи. Удачи, Гость. Шкипер, сообщи, если что, вас подберут там. Если Гостович, привет. Гостович полетел на вертушке. Алло, привет. А это кто? А повторите куда он полетел? Еще раз. Шкипер без сознания. Принято. Хорошо, ребят. Кто говорит? Говорит БТР-80. Через минуты 10 будем у вас.
Были проблемы небольшие. К вам на подмогу летит вертушка, будет сопровождать вас. Бомба 2 выбита, мы стоим на бескусе, мы стоим, отбиваемся. Прием, говорит Альфа 2-1, как слышно? Слышно. Докладываю ситуацию. Командира отряда шкипера убили, и мы понесли тяжелые потери. У нас засада, точка А-2-1 на карте отмечено. Принял, спешу над вами. Даю огонь, там враг. Ух ты, ё-моё. Альфа-2-1, выйдите на связь. Корректируйте мой огонь. Альфа-2-1 на связи. Мы по вам стреляем или нет? За этим камнем враг. Принято. Альфа-2-1, мы под огнем. Выдвигайтесь на юг. Так, нас подбили, мы не можем ехать. Так, я пилот Мишки ранен. Сейчас остановлюсь где-нибудь, перебинтуюсь. Готов. Это наша вертушка. Ребят, стрельба по нам была или все-таки это уже глюки? По-моему, по мне было. Пилигрим, я на аэродроме, мне что, выходить из вертолета или что? Да, выходи из вертушки. Так, по мне точно стреляют. Сейчас попробую определить, откуда. БТР, выйдите на связь, прием. БТР-80, прием, ёлки-палки. Прием. Быстрее отвечайте, не тормозите. Где вы находитесь? К Чак-Чаку подъезжаем. Воу, по вертолёт попали. Садись быстрее, на стабилизацию нажимай, садись. Нормально, у меня еще ничего не повреждено. Стабилизация, это что это было? Садись, Костович, не улетай, садись, говорю. Приказано сесть. Да ё-моё. Вот на него поймали, классно. Так вот не пойму, что дальше с ним будут делать. Сказали ему... А, типа беги, да, ща по ногам его стрелять будут. Хотя нет, сами за ним бегут. А, они за ним прячутся. Классно. Группа быстрого разминирования. Давай еще анимация бега такая классная. Беззаботная. Оборона вот так вот, это просто без всяких окопов, без всего. На ровном месте, классно. На ровном месте это просто. Вот жопа. Они видят Эбрамс, а что они ему сделают? Ничего не сделают. Один только с иглы выстрелить сможет, наверное. Да.
Просто прятаться. Гранат ему на люк накинуть. Администратор хоть в игре находится. Это он сдох. Нет, я в плане... Нифига там. Ну вроде там да. Там жесть. Он из пушки обстреливает в городе. Да, вижу. Охренеть просто. Ты по каждому дому будешь сработать. А дома-то уже нету. Иджикс. Вон Марло, видишь, уже на ногах. Опа. Чё там Марло? Конец Иджикса. Марло уже на ногах. И, кстати, американцев 14, а наших 11. Посмотрим, что это. Ну, и Абрамс еще, извините. Если Абрамс там 3, 3, минус 3 сразу же будет и будет наравне. Только как его взрывать? Какой-то вот как, мне интересно, кто еще на Абрамсе? Настолько крутые, что в город заехали, спокойно так расстреливают. Как будто, знаешь, что РПГ нет. Моралес, 3 евро. О, опа! Чё противник, это 12 осталось. Походу, знаешь, кто там по ним работает хорошо? Да. Наш-то человек, Брейв. Брейв. Он со снайперки их снимает. Троих двоих снял. Харбингер. Да, вот Харбингер. Со снайперки сейчас. Да, он двоих снял. Отлично. Брейв с пулемет там. Красава. Я говорю, снайпер в команде это уже полпобеды. Да, да. Да, Абрас, блядь, по своим хуярит. Красава. 12 уже. Или было уже 12? Было. Вот как раз снял двоих. 12. 12 к 11. Ну, еще плюс 3 там без сознанки. О, 11 к 11. Да ладно, что произошло? Тириэль без сознанки. О, какой-то американец калаш схватил. Да, что там, кстати, я не могу в американцев посмотреть. Не могу. Это у меня... смотреть. А, может быть, это наши, что ли, в униформе, я не пойму. В американской. Фиг знает. Ну, синий, если, конечно. Нет, серым. Не, я имею в виду, полоска внизу какая у тебя, когда ты выбираешь? Она серая, она ранняя. О, фиолетовая. У меня просто фиолетовая, когда ранняя. Да. Моралес, 3 ел. 3 ел, да. Кейто Зан, как вот еще. Ну как название лекарства? Как название лекарства? О, кто? Не знаю, это противник. А, ски. Во, все, да, вижу. Ну все, передумал. Опа! Эбрамс! Давай! Что давай, ты? Ски, а, нет, в принципе, давай. Он полный рост на холме, хана ему. Блин. Ну сейчас он подойдет. Вот лучше бы ты в куст спрятался. Давай, ски. И это будет уже победа, по сути. Да, награждаю отряд Марла, если такое случится. Давай. Ну, объективно. Ой-ой-ой, он справа, по-моему. Объективно говоря, он, как бы, у них позиция была гораздо лучше, поэтому я и сказал отправляться им туда, потому что там хоть обороняться как-то можно. Подожди, он проехал мимо ж. Он слева от него, нет, сейчас? О, справа. Ой, хорош! Давай, главное, давай, не промахнись. Не промахнись. Есть! Есть! А что ему будет? Давай, в заднюю часть бахай. Давай. Еще. Корма, давай. Блин. Давай еще. Там пулеметчик высунулся, смотри-ка. Мне показалось. Да ты не почти его бей. Есть. Выбит. Калашников, кальяшников, быстро в руки. Нет, они сейчас уедут. Вышел. Какой уедут? Один выпрыгнул. Второй, смотри, катится. Они без сознанки. Водила точно без сознанки. Расстреливают. Есть. Ай-яй-яй. Вот это, блин. Кто остался с ним там? Жесть. А вот Алёшка, Марло. Алёшка. Макс Люх. Но они далеко. Ну все, короче. Они еще помогут. От танка смысла уже нету. Отбились. Фух. Сука, пиздец, я в него два раза попал. Да. Нет, ну ты один снаряд как-то в небо пустил, если бы ты попал, блин. О, у него, снайпер, блядь, так странно снаряды летят, это пиздец, я первый раз стрелял. Во, здесь кто у вас на вертолете был, с танка сбили. А, так это я, Гоустович. Это я был, да. Все, отлично, красава, снайпер отлично. Снял. Кого снял? Ну, двух америкосов. Понял. Не, сейчас второго снимет. Как раз эти Моралес, короче. Да, там неплохо были. Снайпер работает. Ну вот. Силы специальных операций. А фиг ли тут Эбрамс над городом все еще башни шевелит? Подожди, там же выпал экипаж его. Это второй, что ли?
На второго не было. Там один вроде остался, чувак. Двое выскочили, одного я расстрелять пытался, а потом меня убили кто-то. Ну да-да-да, он уехал. А он танк сейчас нахуй убил. Видит. Да, кто там? Марвел бежит. Смотри, на вобла сейчас. По кому стреляет? Да это Абрамс, он просто по кому-то стреляет. Да. Но я вижу, вот вобла его палит, Марло, так что-то к нему бежит. Это Марвел бежит. Марвел? Понял. Да. Я вот сейчас им смотрю. Так, только что он делать-то будет? А, у него мины ж есть. Мины? Абрамс, видишь, как кажется, бы он сам на ней не подорвался со своей мини. У него только противопехотные, они от танков не помогут. Ну, не знаю, хоть что-то сделает. Пусть это самое, на пулемет бросается. Закрывает собой. Да. Ой, вертушка с миниганами. Опять вертушка. Вернулась. Кстати, вертушку сейчас бить. Там кто-то у нас с иглой сидел, точно знаю, в городе. Марл укатывается, перекатывается, тактист. А вертушки-то свой сюрприз будет. Ну-ка, сейчас вобла, может, решит. Все у него. Где вобла-то? Они все палят Эбрамс. Да. Тут есть, короче, синие, кто и был на прошлой стороне? На, слушай, смотри, как это зовут. Есть! Есть. Так, что? Есть, короче, кто... Ты где сидел? Много где. Ну, ты был на замке. Восток? Нет. Нет, ладно. Ой, нифига себе. По-моему, плохо будет сейчас, Марло. Кому? Да. Их танк обстрелят в городе. Сейчас откуда? Где танк? Че, второй танк есть, что ли, у нас? Да, походу. Либо это тот старый. Не пойму, как у него башня так поднялась. Тот старый. Он башню всегда занимает. Жесть. Тут, короче, Дарк наш все работает и работает. Красава. Прям да, вообще, да. Я не знаю. Я когда первый раз с ним играл, когда мы побежали, вот как раз здесь, на Такистане, снайперской парой, я как заметил то, что он разбирается. Я заметил это еще первую игру. Ну это же и есть первая игра. Не, самая-самая первая игра там. Ну это самая-самая первая игра, когда он побежал первый раз с нами. Dark Harbinger. Он тогда первый раз побежал снайпером. Угу. Вот и я же с ним бегал тогда. И мы тогда вдвоем в Такистане прибежали на конечную точку. Я просто вспомнил первую игру, которая еще на нашем кооперативном была. Ну я же про эту говорю. Нет, там был Алтас. Хотя не буду вдаваться в подробности. Нифига он не воюет. Че Марл задумал? Тут же нифига нет, пусть трупы ищет. Бля, нужен гранатомет, конечно. Уй. Грохот да какой это... классный все-таки. Танку делать нехрен. Да, он все снаряды, походу, тратит. Да. Ну, потратить и потратить, хорошо будет. У него же еще пулемет есть. Какой-то дурачок, честно говоря. Наших 10 осталось. А, подожди, наших 11. 10 на 10, еще плюс один без сознанки. Да, что-то не отображается. Фиолетовый без сознанки. Бум. Трындец, блин, вообще. Как это не Дарк до сих пор? Ай-яй-яй, Алёшку положили. Да. А кто положил, как положил? Да понятно? Сзади к нему подобрались, он... Перед собой одного расстрелял. Ой, Марло, смотри, добивать полез. Рэмбо пошел. Топ! Марло. Че делать? Марло. Че он делает? Под зад ему, мину. Ой, как так? Патроны закончились, в тыл зашел ко мне пиндос. Объясните, как эта мразь, блядь, после двух выстрелов вашего из РПГ жива еще и ползает нормально. Ну да. У него пушка не поднимается. Пусть, короче, Марло стреляет. Взад из калаша, это ж калаш, это ж калаш. Насквозь пробьёт, да? Да. Калаш рельсы пробивает. Не, рельсы он правда пробивает, самая узкая часть. А патроны снаряжение смотреть его не может? Ну это АКМ. Ну было насчет этого разоблачения, перечитывал. А вы на камне застрял, что ли? Да. Не, вы да выйдет сейчас. А, нет, не выйдет. Иди домой, чёрт. На камне застрял. Ну всё. О, сейчас все, он застрял, он окончательно. Он застрял. Не полез. Ой, блин, жалко. Покатился куда-то. Кстати, не знаю, что с ним делать, просто рядом стоят и ждут, пока он вылезет. Он короче, в варяге поднимает одного. Да, это уже какой-то Battlefield. Эх, было бы здесь система
повреждений пореалистичнее. Пострелял бы он по приборам наведения. Да, ой, там, приборам, тут снайпер наш еще работает. А, это они захватили... Центральную шину? Это они захватили, походу, заправку. Потому что туда сейчас работает снайпер. А нас все, гранатометчиков вообще нету, что ли? Походу так. Нахер американцы в этой миссии танк? Тоже думаем. Это спроси у создателя. Господин Дефолт. Как обычно, весь эпик проходит в спектаторе для меня. Да потому что, блин, вот это вот текстуры тупые. В прошлый раз, если бы ты остался в замке... Да, конечно, там, блин, я посчитал, насколько там было и сколько их осталось. Ты видел, что ты вообще следил за моим предупреждением? Я чуть-чуть увидел, потом в конце увидел, как ты начал доминировать, а потом ты от последнего бойца погиб. Ну это, блин, Арти, не в обиду, но это ты косяк, твой косяк очень, да. Да он прется, я не пойму, что с этим Эбрамсом? Что за погоня у нас сейчас происходит? Ой-ой-ой, за камни, за камни. Он по кругу катается, чем он хочет. В закат, наверх. Опа, что такое? Вылез, что ли? Еще один коммунист вылез. Кто вылез? Коммунист. Танкист или коммунист? Наш. Не, коммунист он наш. Этот танкист в танке, он башню пытается вертеть. Даже ёмного он кого-то. Это вообще бред, конечно, с танком. Два выстрела. Не, ну все, осталось вот куча народу наших и танк этот ёбаный. Да. И они стоят, пытаются его убить. А чем мне нечего просто? Хоть впору правду им посоветовать под него залезть и расстрелять экипаж. Как это делается с РХСовскими модельками. Ну это, конечно, читерно. Ну на танк нужно отвечать танком. Или артиллерийской системой. Где миномет, кстати? Миномет бы сейчас. А миномет на том же самом месте. Был этот, был... Привет, политрук! Была БМДшка, у нее есть тур, она спокойно на танк ответить может, ребятки. Да там есть. Марло ранен. На БМДшке нет, на БМД 4 нет тура. На БМД 4 пушка и пулемет. Там еще тур. На БМД 4 М. 9 М 11-3 это тур. Артем. Наконец-то, блядь, это все закончилось. Как я сейчас. Может быть, я не видел. 7-6. Ну а как же ты сидел, посмотрел? 7-6, охереть. А Абрам живой еще? Да. Да. Что будет-то? Ему же ничего уж не сделать, ни РПГ, блин. Не взрывчатка. Кто живой? Варбу положил. Абрамс. Ой, с подствольником попробовали пострелять. Дебилизм это залагает. С Абрамсом вообще. Это, как... Варбу без созданки. Вид поменять внешний. Никак. Вид сделать. Никак. Никак. В смысле внешний вид? Ну, в этом. В спектаторе. А, это... Ну, когда... Будем считать, что сидим с GoPro. Да, точно. Я так, блин, породнился с этим вертом главным. Приземлился аккуратненько. У меня, ну, уже после высадки десанта, короче, вообще ни с того ни с сего, просто движка в колом стала. Колонула вообще просто так. Какого хера? Нас вообще как-то глупо поймали. Видимо, мы пока мы с тобой по рации переговаривались. Чё-то какая-то странная перестрелка здесь нездоровая. Не пойму, по кому стреляют. По двери стреляет. Свит. Говорю, пока мы походу с тобой по радио переговаривались, о контактах. Mm-hmm. Опа! Нас патруль встретил, и это. А мы, короче, это, ну, улетели, вон варов забирать, прилетаем, вас уже нет. Так обидно. Сталин. Да я сдох вообще глупо. Кто-то крикнул. Давайте бегом все. Сталин. Так, в атаку. Сталин. Я что, танк в город приехал? Отлично, Дарк сменил позицию. Немножко, да. Дарк молодец вообще. Я его сразу же как бы захотел. Он был снайпером стандартным. Ну тогда ладно.
Все, 7-6. В облако вот. Сейчас будет 6-6. Надеюсь. Ну еще Марвел без сознания лежит. Попал. И... А где? Из варов лежит. Где Адамс? НСДЭП. А вот, кстати, фиг знает, по-моему, в город кто-то... Трындец, ребят. Да, вот только... К северу от города. Тут кто-то из варов сидит? Из варягов. Из варяг, вернее. Наконец-то. А, бедолага. Мне жалко тебя стало, бегаешь ты. А, он еще не умер. Я как-то за американцев могу следить. А, он опять без сознанки. Ну, он без сознания, который... Ну вот, НСДП, я в бар. Сейчас уберет, ничего, походу. Изда почнулся. Морзе. Кажется, нет. Уж 6, да. Так. А чё НСДП сидит? А, он думал... А, я понял, чё он сидит, он ушел. 6-6. Ну да. У меня уже 6-6, как полминуты. А Сталин один в Абрамсе? Да. У него экипаж вытрогнул. Вот говнюк ходит там во все стороны, стреляет на своем Абрамсе подбитом. А там можно это пересаживаться с мехвода на этого? Конечно. Это ж не эйс. Это ж всего лишь АГМ. Через АГМ можно. Да, через АГМ еще лучше. 5-6, у меня 6-6-2 всего лишь. Один без сознанки еще. Вот теперь 6-6-1. 5-6, 5-6-2. Бывает. Два это без сознанки. О, да, все, восстановился счет. Ой, М113 приехала. Неужели? Ну ее хоть под стволиком, под стволиком ее. Гугла. Там можно стрелка вынести без подствольника. О, еще один. Пулеметчик классной позиции нашелся. О, я вижу почему-то оптику этого дарка. Все началось. А она увеличивает тебя или просто оптика? Ну, оптика ПСО 1, она не увеличила. Ну, нет, я имею в виду в спектаторе. Нет. Ну ты просто правую кнопку мыши нажал и все. А, ну да, точно. Жалко, да. Теперь я понял, о чем ты говорил. Если это ты говорил, конечно. Ну да, говорил. Ну и че наш там щемится? 4-6. Ух ты, по-моему, работал. Абрамс в упор там стреляет, что ли, уж? От пятый так человек. Там Абрамс стрелял. Это уже, блин, ужас какой-то. О, у нас бойца спину схватило, криво идет. Вобла. А, у него пушка выбита. У него все выбито, он продолжает ездить и пытаться что-то сделать. 4-6. Что это за бред? Со сломанной пушки, блин, герой. Вобла закрылся. Сейчас оборонять. Понимаешь, что Марвел без сознанки лежит уже третий раз. Да, кстати. Я тебе говорю, солдат уж удачи нашелся. Да, да, да. Читы поставил. Кстати, я там бегал с Миллером. Он взлет. Кто меня убил там возле домика? Не знаю, что это крупнокалиберный. Да, это Абрамс побудил там. Он стоял на холме с юга. Ну и чё они теперь бегать по кругу? Ничего, ничего не могут делать. Ничего. Просто даже информации не было о нем. Неожиданно было так. Ну да, он приехал так внезапно. Как и они, в принципе, оттуда приехали. Четыре семь. Кто это очнулся? Ага, М113 проехал. Очнулся Марвел. Это Марвел без сознания лежал, и он очнулся как раз. Я не очнулся, очнулся. Все. А, ты здесь? Очнулся. Понятно. А что ты хотел добиться, ходи за Абрамсом? Да. А, я, короче, сзади не орал такой. Установил взрывчатку и так далее. Ага. Это они что-то назад сдавали. Там кто-то сказал, выпрыгиваем, но... Я надеялся, что они выпрыгнут, так и ага. Слушай, Марвел, а на холме вы нас встретили, когда это, пленника взяли. У нас по голосу услышали? Или спалился кто? А, нет, я просто головы ваши увидел. Я такой, ну давай по головам стрелять. Раз одного выбил, второго выбил. А чё не себе сознанки-то?
Вот, и прикол то, что каждому в голову попал, а все без сознанки были. Я подбегаю, а там пулеметчик сидит. Пулеметчик на меня смотрит, не стреляет, я такой. 5-6. А я был в самой минимальной позиции, там... У меня прицел, ну как бы, сам пулемет в другую сторону был повернут. Я на тебя начал поворачиваться, ты меня успел убить. 113 есть, да? Я, ну, убил тебя. А кого-то захватил вообще... в полента, и нафига? Двоих я, добил, ну, смотри. Я мечтал ГОСТ, понимаешь? Ну, я понял, ну, что ты меня спросил? Нам, ну, спрашивал, откуда враг идет. Ага. Ну, он тебе наговорит. Пытал его клизму делать. А мы не знали, у нас ДВшки не было. Вот, там, сказал примерные позиции этих... танков, потому что я не знал, что танк уже в аэропорту, я вижу так. А в конце концов я смотрю, ну связать мне его не получится. На мину я... Ты его специально на мину повел? Да. А, ты специально сам на ней взорвался? Нет. Прикол даже, что этот дом заминировал с двух сторон. Да, и забыл. Я такой, помню, мина есть одна. Я такой, беги туда, беги. Молодца, красава, отлично сработано. Ой, наш один этот стреляет сейчас, по-моему, выбил. Отлично, молодец. Да не молодец. Дикс. С подствольника бы шахнул. 13-й где-то газует. Я ж пошел в разведку вертолета выпасать где-то там. Зашел за холмы, смотрю, а там 6 человек отряд на меня смотрит. Одного убил, второго убил, начинает ходить, меня заглушило. Беру шлебов. Разворачиваюсь, а передо мной пиндос стоит, прям в тылу у меня. Я начинаю в него стрелять и слышу звук цок-цок-цок. У меня не было патронов, блядь, и пиндос меня завалил. Там такое отрядище они высадили. Тем временем Дарк сидит хладнокровно так. МС-13. О, я Заваровство смотрю, который почему-то без сознанки отображается у меня в спектаторе. Месье. Ой-ой-ой! Е-е-е, по-моему, смотрел. А кто его снял? Морж, что ли? Без сознания. Или Дарк? Все-таки я молодец, поделил, все правильно сказал, чтобы вообще молодец, сам не похвалишь, здесь. Никто не похвалит. Брейв его снял. Брейв, понятно. Как-то надо счет глянуть через 2 минуты. 2 минуты, кстати, смотри, господа. Самая палевная позиция для обороны. Под холмом, в низине и, блин, столько. Что, молодец. О, это как его, господи, гробовозка. Да это вот у меня винт почему-то встал вообще на ровном месте, так бы мы сейчас там повисели, понакрывали. А меня с Эбрамса выносили 3 раза, только на 3-й раз удалось. Мишка главное, сел, всех высадил, нормально, короче, и винт хуяк такой встает просто, вообще, ну, захотелось ему. В чистом поле. Считай, повезло, кстати, не дашь. Чайка, походу, залетела в пусть. Да, в ротор. Блять, в первой игре вообще чайка за мной чисто летала, чисто за мной летает. Может быть, орёт, а ты где был в это время? Я брал, короче, ковали этот, сука, причал. Причал, да, это я был. Чуть мне, короче, текстурка застрял, перезашел, чайка оказался. Сволочи. Хотя бот мой стоял. Пиздец. Это вообще охуенно. И появился я над каким-то БТРом, кто-то там бегает. Ну да. Победа! Торет красные победили, их противники понесли тяжелые потери и были вынуждены отступить. No! Главное сейчас счет посмотреть, счет. 3-6.